Сюда. Перепиливай вот так вот хотя бы, чтобы где, вот там в углу сложить. Отпиливай вот это вот, или вот так вот, или одновременно вот так можешь, вот так вот отпилишь. Потом вот здесь вот отпилишь, вот здесь вот отпилишь. И вот так. А там поставим, потом придешь, а потом будем делать. Я эту красницу сегодня брала, ребят. Что ты хочешь делать? Пусть он остается, мы поставим, потом придешь, и уже на короткое распилить. А потом ящик вам надо. Ну, это, конечно, мы пополам хотя бы. А потом, это не зачем. Вот так. Ты вот эти вот отпили мне. Вот эти вот, вот отпили, а потом напополам ее разделить. Желудок болит. Саша вылез вчера на куски. Мне не дождались, где-то 5 часов я уехала. Я пила лучше. Да. Жарится. Быстро переварилась вся. Ты же ела яичницу. А, да, там кошки надо, отрыжка была. Там-то отрыжка, кошки надо, а то нельзя так говорить, понимаешь? Ну, я понимаю. Просто там так мало, а, хотя нет, я потом еще ела. Да вот именно. Ты знаешь, почему надо. Короче, бэйби с того города, который ты будешь опасен, быстрее, ну, мне 18 лет, и будет пожениться. Ой, я пусть до границы, она живет до границы, понимаешь? Ну, пожениться. Ну, пусть ее до границы, она живет до границы. Ей надо загранпаспорт делать. Но... Делает еще. Если она женится на мне, она будет прекрасна. Нет. Вот мы договорились. Ты за паспорт 15 рублей. Нет, а, загранпаспорт? Да. Да она без загранпаспорта может, кажется. Она говорила о том, как ты проедешь. Не знаю. Вроде нет. Если бы она бандеровка, она бы не видела бы меня. Потому что сюда внутри-то. Ну, тоже может быть. Но она на русском говорит. На украинском говорит. Не знаю, она прям реально, ну, может, не знаю. Она хочет посылку мне прислать. Вот сетивную. Или мне лекция, то, что мне нужно. Как не сойти с ума. Антидепрессант дешевый. А что, здесь его нет? Да есть, но на 1000 рублей платить, чтобы рецепт. Чтобы рецепт дали, 1000 рублей нужно платить. А, там же рецепт дали? А там может быть не рецепт. Нужно еще ехать. 1000 рублей платить, записываться на прием. Котлет. Там еще флоксетин отечественный, там, ну как ты говорила, говно зачерпывают после капсулы и продают. Ну ты сказала, вот если в говно таблетки будет из говна сделано, вот 50 рублей флоксетин там, вот, наверное, так и делают. Русский флоксетин. Я пил австрийский, знаешь, как он называется? Ланнахер. Слово города, от города Ланнахер. Ланнах. Вас. Может, на пузыков прочитать, потому что они чистым русским буквами. Ланнахер. Флоксетин 20 мг, акция. День в Москве. Москва, поставщик. Вот это через Москву идет? Да, да там придурок из Москвы придумал такое название. Может, у нее есть какие-нибудь другие пилки еще? Спроси, скажи, у тебя другая пилка есть? Ну, это Ольга. Ольга, привет. Ленивая, которая. Не поле, это город. Ты потише говори. Давай я попью. Я думаю, ее разломать надо. Не надо. Только не об эту. Только не об эту, Саша. Вот, вот здесь. Вот, она, вот, вот туда. Нет, надо пополам. Ну, любовь надо бороться. Не полностью, если хочется. Хорошо, а как узнать, когда она выйдет из дома? Сторожи. Сторожи? Да, напиши, что я приезжаю, ты приезжаешь сначала, а потом уже. Я думал, когда она на учебу пойдет, ее... Хорошо, тебе надо мне следить. Скажи, что ты не идешь. Ну вот именно, я думаю, она не выйдет из дома. Но он закончит, не выйти он закончит. Хорошо, когда она пойдет на учебу, тогда выйдет. Но это не учится, не делает. Она же, по-моему, должна быть спрашивать. Ты вообще с ней общаешься? Да она со мной не общается вообще. Нельзя сообщение писать, не сложно. Да. Ее мама тоже не запомнила. Я ее люблю. Надо было бороться за свою жизнь. Говорила бы, что не выжила. Да, блин. Вот. Я просто думал, время, когда она пойдет на стол, там, да, видите. А так она не видит. Там, это, ну, короче, может, не писать, не видит. Я вон панцирный скачок и перестал играть. Ты поливаешь, ты ходишь. Слушай, если я женюсь, то можно переписать имущество на себя, разберетесь, меня не могли. А так все учатся на мне. Да, а так меня не могли мучить. На тебе ничего нету, Саша. На мне ничего нет? Да. Да? Да. Отличное признание. Ну ты же сам говоришь, что тебе на меня переписать. Ну и так все на мне. Ну чтобы, если разведемся там... Вот ты еще не женился, а уже разводишься, Саша. Ты потому что там женишься, там они сразу начинают пилить и разводятся. Свяжитесь, один остался из головы, свяжитесь и вас оставит. Вот. Это того вы знаете. Бабушка, ой, отец говорит. До Москвы дошла. А что? Что я получила? Направо. Отец говорит, что ты стала кричать, он вот так вот женились. Пусть-ка я отнесу, а эти туда соберу, в угол отнесу. Я женюсь, меня сразу начинает прикрывать. Женишься. Она посмотрит на тебя и выпрыгнет. Будешь ходить и попрощать. Хватит, хватит, замолчи. Она и так видит меня, каким я, какой я есть. Я не скрываю, что я тебе так, наоборот, припячиваю. Давай же, отстреливай с ним. Фантовый скачок это вообще. 15 лет играл в игры. Саша, вон возьми на этот самый дверь, пирайся на него. Играл в групп раз, и встал. Это после поверхности стояла. Близок не перестал. Блогеров слушать перестал. Да. Значит, ты можешь прикидываться? Я не прикидываюсь, блин. Просто перестал вообще. Раз, подожди, быстро, реши, что делать лучше больше. Если меня сильно надавить, то я могу не замкнуть. А, надавить? Не надо меня надавливать. Лучше подождите, когда планка не переходит. Вот. Саша, я тебе сказала, не надо опираться на это, вот только на бетон. Ты бетон опирался, вот я разбил его две части, как полон. Давай сюда, подавай, я буду так и ставить. Это вот сюда можно положить. Нет, вот это, это коротенькое. Я Аполлон. Я разрубил на две части. Дистрофический Аполлон. А зачем ты туда ставишь-то? Сюда ставь, здесь высохнет, а там оно будет сырое все. Да нету этого дождя, пили. Когда пойдет, все бросим. Где он идет? Он снесет его сейчас ветром. Давай, пили. Принимай. Вон туда, Саша, вон туда. Вон туда, Саша. Пока есть получше сила. Если бы говорить с человеком, кстати, был маленький суммы, уже ты суммы пишешь. Ребят, музыки нам без примеров. Да, мы там больше говорим. Ну, ты ж 28. Ну, вот, я не забыл. Так, все убрали, идет ходить. Вылезь, дощить. Куда ты их делал? Ты их сломала, что ли? Или куда ты их делал? Да и точно положишь. Кого? Что я сейчас разделываю, ты в печку положишь? Те, которые гнутые, вон они видят. Разделывали сюда. А это что? Почему они гнутые? Они же нормальные были, хорошие дощечки. Прибивал же отец все время их, прибивал. Ты знаешь, прибивать нужно, чтобы все ровненько было. Он прибивал, и все было ну, ровненько. Ты видела? Видела. Ты делала с ним? Язык не делай. Правильно, дощечкой позади. Ее можно было бы распрямить просто. Нет, это дерево распрямить. Но это же тонкая. Дощечка тонкая. Ты что, пробиваешься, блядь, пленку пробиваешься, и ты знаешь, как это плотно, и что было, поднимется курган, и это будет где? По городу, по грядам болиться. А, понятно. Вот, это не соображаешь. Да. Всю жизнь дед прибивал, и ничего не было. Все было хорошо. Мы с Лешей прибивали. Вот и зови в этом году Лешу своего и прибивай, хоть забивай. Она мне не надо. И прибивать не буду. Аккуратно. Тогда зачем ты вообще сказала тогда ящики эти разбивать, если ты не собираешься пленку вообще натягивать? Да нахер ты сдалась с этими дощечками, дощечки твои. Я пленку хочу сделать, а она дощечки ей нужны. Ну вот и делай, она лежит, вытаскивай, делай пока. Вытаскивай, где она лежит? Ты же все позапряталась, да ничего не видно. Ага, ты вот это что ли? Там вон и сколько еще лежит. Где внутри? В каком внутри? Да ты правильно, ты все заложила, нафиг. Зашвыряла. Ты здесь как побудешь, на май прошел, а порядок не наводишь. Не надо подходить туда и делать работу. Работа здесь стандарт, что говорит мне. Я боюсь, вы поломаете. Это на середину он прибивал эту. Не на середину, а закатывать. Вот сюда надо палку вставлять. А это прибивать вот так. На конек надо прибивать. Не на конек. Она что? Вот она рама. А я на конек отдельно прибиваю. А это вот это вот открывается и закрывается. Смотрите, вот не тащи мне поэтому. Умная такая. Если будет, это я буду ждать, я посажу, что посажено, будет все измешано. Так, такой курган. Сейчас, наверное. Ну, она сделана, ее нечего выравнивать, она именно для...